Всем приветики. Хотел бы поделиться своими впечатлениями об фильтре Крыни. Я им пользуюсь уже, наверное, недели две. Вот. Крышка здесь также трохи подзаедает. Хотя бывает легко открывается. Вот. Потом еще вода здесь стоит. Вот это не очень. То есть, если вы фильтром долго не пользуетесь, здесь всегда стоит вода. И получается, она там уже не свежая будет. То есть, когда вы налили воды, нужно будет подождать, чтобы оно немного стекло вот это вот. Ну, то есть, чтобы оно отфильтровало, выдавило вот то, что там было старое, вылить. Ну, и тогда уже свежая будет заливаться. Ну, реально, это не очень, что здесь постоянно вода стоит. То, например, если, допустим, вы вот... Ну, я не знаю, вы едете куда-то в отпуск на месяц, приедете, и начнет за месяц, она же явно уже будет здесь, уже, наверное, тухлая вода, которая стоит там целый месяц. Ну, явно, что она уже будет не свежая, поэтому плохо, что она там стоит. Вот. Я еще думал, не будет ли здесь подтекать. Ну, вроде не подтекает, там видно, что такое какой-то переход водяной, но чтобы отсюда сочилось, я не видел. Но зато сочится вот отсюда. То есть, когда ты наливаешь, вода с кувшина выливается, получается, вот она выливается. Но и то, что здесь, в этой емкости, которая фильтрует, тоже через краешек переливается и льется сюда. Ну, то есть, через вот этот зазорчик выливается и льется сюда. А это тоже не очень. Получается, у тебя две воды сразу выливаются. И отфильтрованная, и не отфильтрованная. Только отфильтрованная большим потоком, а не отфильтрованная... маленьким. А если он вообще полный, так он бывает и выскакивает прямо оттуда вот эта штука. Вот так вот выскакивает. Вот. Поэтому сильно лучше не наклонять и вообще вот типа придерживать. Вот. Еще резиночка бывает здесь вот это вот вылазит, выскакивает, ее нужно обратно заправлять. Ну, а по поводу воды, я когда налил воды, ну, отфильтрованной попробовал, у меня первое впечатление такое было, вау, вкусненько, потому что оно заметно, вода мягче становится. Просто я не знаю, как объяснить, но именно вода с-под крана, она как-то так вот на горло как-то так вот. Ты ее когда выпьешь воды с-под крана, ну, именно кипяченой, потому что я эту воду пью не с фильтра, а наливаю в чайник. И вот когда вода налито в чайник отсюда, то она мягче. А когда просто с-под крана, то потом она уже более жесткая. Ты когда пьешь, прям чувствуется в горле такая, ну, как горло слегка дерёт, как будто вот она першить хочет. Ну, не першить, она как в горле такое чувство, как будто горло сдавлено немного. Вот. Ну, не сдавлено, как... Ну, я не знаю, как объяснить. Но чувствуется, что жесткая вода по горлу пошла. Вот, оно как... Так, ощущение в горле такое какое-то. А после отфильтрованной такого ощущения нету. И после воды отфильтрованной нету накипи. Я даже могу показать разницу. Налить в одну отфильтрованную, а в другую не отфильтрованную из чайника. У меня вот два чайника с отфильтрованной и с неотфильтрованной. Как специально для эксперимента. И вот с отфильтрованной... С отфильтрованного чайника в воде ничего не плавает, ни накипи, ничего, и пленочки нету. А там, где не отфильтрованная прямо из-под крана, там, во-первых, в воде накипь будет плавать. Это частички такие накипи мелкие из чайника. Во-вторых, на самой поверхности воды такая пленка, типа, я не знаю, ну не пленка, а бывает уже такая, типа, как накипь, что ли, лежит. Ну или, короче, есть что-то такое на поверхности. А здесь прям чистенько. Ну и на вкус, когда пьешь... Не отфильтрованная, она более жесткая на вкус. Это прям горлом ощущается. В горле такое ощущение, как какое-то... Как будто вот это вот накипью горло покрылось. Она чувствуется такая жесткая вода. А здесь такая мягенькая, пьешь и прям ничего такого не чувствуется. Ну вот. Если сейчас налить. Это у нас отфильтрованная вода, которая была залита в чайник и закипячена. Вот мы видим, поверхность чистенькая, ничего на ней не плавает. В воде все, никаких частичек, ничего не плавает. Просто чистая вода.
Кристально чистая, как слеза ангела. Реально. Просто чистая вода. Ничего не плавает. Чистая вода. Никаких ни накипи, ни частичек никаких. Просто чистая вода. И на вкус, когда пьешь, она просто мягенькая. А сейчас возьмем чайник. Вот этот. Я специально так сделал, что именно сюда наливал чисто с-под крана. Так. Смотрим. Ой, во-первых, видим, на поверхности вот что-то плавает. Видите, на поверхности плавают какие-то вот... Вот оно что-то на поверхности плавает. Как накипь такая. Вон оно все крутится. На поверхности сколько все плавает. Во-вторых, не знаю, видно там или не видно, частички плавают. На камере почему-то не видно. Вон, видите, частички плывут? Вон. Вон их сколько плавает. Это все мелкая накипь. Вон их сколько беленьких, маленьких плавает. Вон они вот возле ногтя плывут. Вон они над ногтем плывут. Видно частички вот эти. Вон оно все плавает. Здесь ничего не плавает. А здесь... Вон видно, сколько там всяких точечек таких беленьких плавает. Вон оно. Вон оно плывет. Над пальцем вон они белые штучки плывут. И на поверхности вот она накипь. Вон она. Ой. Вон они плавают накипи. Вот плывет накипь. Кусочки накипи. И такая же накипь плавает в воде. Он даже видно, вот здесь чистая. И здесь он что-то плавает. Вот такая вот разница. Вон видно, вон хорошо видно. На воде плавает. Вон они такие штучки лежат на кипе. Здесь ничего нет. А вот эти частички мелкие, их хорошо видно глазом там. А камера слабо. Слабо, но видно. Тоже было видно. Я вот видел на экранчике, что видно. Можно даже попробовать посмотреть под увеличением. Там уже на дне что-то лежит. А здесь ничего не лежит. Что беленькая на дне лежит, вон она. Вон уже накипь лежит, вон она. Короче, у воды не отфильтрованной накипь появляется, а у отфильтрованной не появляется. Вот. Ну и вкус тоже чувствуется, что отфильтрованная мягче, не так на горло действует. А жесткая, она прям чувствуется, горло дерет. Ну вот, я даже выключил вспышку. Без вспышки лучше видно, а то вспышка отсвечивает. Получается, вот, вот она накипь, которая здесь нету. И на дне. Вон они белые частички валяются, которых здесь нету. Потом и отфильтрованная. Отфильтрованная полностью чистая, как сверху, так и снизу везде. А не отфильтрованная вся в накипи. Так что... Таким вот образом можно понять, что лучше все-таки пить отфильтрованную воду. Ну и вкус тоже. Вкус, естественно, я вам никак уже не покажу. И самое главное, что фильтр не портит воду на вкус, потому что я где-то какие-то фильтры смотрел, которые не как у меня такие прямоугольные, а которые просто круглые. Так вот, написали в отзывах, что вкус меняется, какой-то становится вкус, типа как перевкус какой-то химии чувствуется. Вот. А здесь ничего не чувствуется. Просто вода, только уже немного мягче. Вот. Так что, как для меня, я рад, что я купил фильтр. Теперь воду стало пить приятнее. Я когда вот эту воду пью, мне отфильтрованную, мне приятнее, чем которая просто не отфильтрованная, кипяченая. Ну, они две кипяченые, но это отфильтрованная, а это нет. Вот. И плюс то, что самое главное, нет никакого привкуса.
что самое главное. Потому что некоторые фильтры добавляют какую-то ерунду, а здесь ничего, там вроде просто уголь и еще что-то. Так что это самое главное, что нет ничего лишнего, что испортило бы вкус воды. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова. Только еще хотел вот показать. Вон она, накипь жипу. Вон они белые. Вон она. Вон лежит белая накипь. Вот это кусочки, белые кусочки, это накипь. Что вот она сверху плавает, накипь, такая пленочка накипи. Что вон они кусочки белые лежат, вон они. То есть это не на столе, это в банке. Вот я двигаю банку, и вот эти белые штучки, вон они перемещаются. Вот эти белые штучки, это есть накипь кусочки, они не на дне лежат, вон. Перемещаем, и оно перемещается. Во, вот это вот накипь. Вот так видно. Вот это все, что белое, крошки белые на дне лежат. Вот это и есть накипь. А здесь нету. Ну, так что это явно говорит о том, что такая вода фильтрованная все-таки лучше. Ну, а теперь точно все. Всем покедова.